Приветствую вас. Если кратко, то финансовая грамотность, правила, ваши правила. И, наверное, четкая иерархия приоритетов. Потому что ресурсов по определению всегда меньше, чем, чем потребностей. Потребностей всегда больше, чем, возможности для их удовлетворения. Вот. Вот если вкратце, то такие вещи влияют на вот, собственно, то, что вы описываете. То есть тот факт, что у вас, ну, вероятно, этого нет, вот нет ни того, ни другого, собственно, и определяет проблему. Вот. Обеспеченность – это понятие, которое, на мой взгляд, нуждается в раскрытии. То есть обеспеченность, на мой взгляд, это то, что требует своего, своей расшифровки, вот, на мой взгляд, опять же, чисто вот по моему мнению. Вот. Соответственно, если вы хотите, допустим, стать обеспеченной, да, например, то для начала нужно вообще понять, что вкладываете в это слово, да, вот именно вот что вы вкладываете в слово обеспеченность, что это такое, потому что для разных людей, разные понимания, разные представления о том, что такое, значит, обеспеченность, вот. Это, мне кажется, первый момент, вот. И второй момент, соответственно, в чем заключается ваша проблема. То есть, грубо говоря, вы не получаете достаточно для того, чтобы удовлетворять свои потребности, или у вас никак, нет денег часто, или что? То есть вот как-то все-таки хочется, наверное, более подробного раскрытия того, что вы имеете в виду, говоря о, ну вот, об отсутствии у вас обеспеченности, скажем так. Мне кажется, что это, ну, такая довольно важная история. Мне кажется, это такой довольно важный момент, да, и, соответственно, нужно, нужно его раскрыть, соответственно. Вот. А это то, что я могу вам сказать. Соответственно, в дальнейшем необходимо анализировать ваше поведение, в том числе поведение финансовое, да, для того, чтобы помочь вам подкорректировать его, например, так, чтобы вот в итоге все было по-вашему, чтобы в итоге было так, как вам хочется, вот. Мне видится так. Иногда ситуация складывается, ну, таким образом, что
от родителей. Именно вот из родительской семьи вытекает определенное отношение к деньгам. Вот. Такое бывает тоже. И это то, что необходимо учитывать обязательно. То есть тут нужно смотреть. Как и почему у вас образовывалось такое вот непростое отношение к деньгам и к обеспеченности. К слову сказать, стремление к обеспеченности, к слову сказать, не всегда идет в плюс, потому что именно стремление к обеспеченности, не всегда идет в плюс, потому что, это некий такой ориентир на деньги. А деньги – это средство, то есть это важно, безусловно, это важная история, но важна она, эта история, скажем так, не всегда и не во всем. То есть за деньгами все равно стоит некая идея, если этой идеи нет, то могут быть определенные трудности, могут быть определенные проблемы, могут быть определенные сложности, вот, которые, возможно, и есть у вас в результате той вот как раз ситуации, которую вы описываете. То есть мне видится вот таким. Мне момент видится вот такой. То есть это то, что я могу вам ответить. Да, это то, что я могу вам сейчас сказать, не выступая в качестве истины в последней инстанции. Вот. То есть я не хочу быть истиной в последней инстанции сейчас. В ответе на ваш вопрос. Вот. Так что все равно требуется дополнительный анализ для того, чтобы вам помочь. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.